Привет всем, давно не виделись. Решил тут записать такое коротенькое видео для новичков в блендере. Так скажем, ну как создать, грубо говоря, какое-то зеркало, отражающую поверхность, или наоборот стекло в окне, чтобы оно полностью не то что отражало, а наоборот было полностью прозрачным. Так, удаляем куб. Можем что-нибудь. Циркл этот. 90 градусов. Так, поднимаем его. Можем чуть-чуть приплюснуть. Нажимаем Tab. Заполняем поверхность. Так, в рендере Cycles выбираем. Так, я выбираю GPU. Буду рендерить на видеокарте. Нажимаем рендер сцены. Вот так вот тут немножко отодвигаем. Нажимаем Shade Editor. Так, создаем материал новый. Этот мы удаляем. Вводим глаз. Так, подключаем. Вот, что-то у нас уже похоже на зеркало становится. Так, даем, ну, допустим, можно какую-то поверхность создать такую, ну, пускай даже белая. Сделаем эту обезьяну. Добавим. Так, сейчас перевернем ее на 180 градусов, чтобы показать, чтобы она как бы отражалось. Видите, пока нету отражения, потому что надо выставить на 0. IOR выставляем на 0, и все, поверхность полностью отражается. То есть любой объект будет отражаться. Как видите. Допустим, надо наоборот, чтобы она была, к примеру, не отражалась, а была полностью прозрачная. Тогда выставляем на единицу. Все, как видите, вот. Оно полностью отражает, не отражает, а, ну, становится полностью прозрачным. Вот. Соответственно, тут еще параметры Roach можно сделать шероховатость. Больше шероховатость, но она нужна для того, чтобы, скажем, если именно отражение, чтобы было. Видите, допустим, сделали, чтобы отражалась шероховатость, можем корректировать, больше, меньше делаем. Соответственно, ну, цвет зеркала тоже можем менять. Ну, в общем, такой простенький, скажем так, шейдер, который можно использовать где угодно. Вот. Все, тогда всем спасибо. Всем пока.